30 октября – памятная дата в российском календаре. В этот день вспоминают всех, кто в начале 20 века пострадал от политических репрессий и стал жертвой произвола властей. В Люберцах траурное мероприятие прошло у мемориала на Октябрьском проспекте. Его установили на месте бывшего здания НКВД в 2010 году. Десятки жителей городского округа, чья судьба связана с теми трагическими событиями, почтили память невинных людей, которые подверглись арестам, выселениям и расстрелам. После минуты молчания глава Люберец Владимир Волков и председатель общества жертв политических репрессий Ада Подколзина возложили к памятнику цветы. К ним присоединились депутаты, представители общественных организаций и жители городского округа. Погода сегодня даже говорит о том, что слезы льются ручьем. Вспоминать детство наше, вспоминать, что было во времена репрессий, вы понимаете, это страшно. Забыть невозможно. Но когда мы вспоминаем вот это, и когда мы встречаемся со школьниками и рассказываем это, три дня приходишь нормальное чувство в свое. Почему? Потому что не дай бог, чтобы когда-нибудь повторилось то, что было в те времена.